Нитрат калия имеет химическую формулу калий-НО3. Нитрат калия также называется азотно-кислым калием, калиевой солью азотной кислоты, калиевой селитрой или индийской селитрой, так как в Восточной Индии находится одно из крупнейших месторождений минерала нитрокалита. Нитрат калия при нормальных условиях – это бесцветные кристаллы. В измельченном состоянии – это белый порошок. Нитрат калия хорошо растворим в воде, плавится при температуре 334 градуса Цельсия. На видео вы видите процесс разложения нитрата калия. Предварительно нитрат калия растворили в воде, а затем нанесли полученный раствор на бумагу. Затем дали ей просохнуть. После этого мы нагрели с одного конца нитрат калия. В результате происходит термическое разложение нитрата калия, и реакция записывается следующим образом. Обычному человеку нитрат калия может быть знаком как калиевая селитра, которая используется в качестве удобрения для различных сельскохозяйственных культур. Калиевая селитра является источником азота и калия для растений. Используется для удобрения картофеля, табака, винограда и прочих сельскохозяйственных культур. Многолетние плодовые и ягодные культуры при поздней осенней подкормке увеличивают зимостойкость и морозоустойчивость. В промышленности калиевая селитра используется для обесцвечивания и осветления хрустальных стекол и для повышения прочности изделий из стекла. Также калиевая селитра используется для производства дымных порохов. В пищевой промышленности нитрат калия используется как консервант и известен как Е-252. Нитрат калия применяется в производстве сыров, аналогов сыров на молочной основе, колбасы мясных продуктов, мясных консервов, рыбных продуктов, продуктов из гусиной печени. А теперь немного страшилок для особо впечатлительных. Нитрат калия производит канцерогенный эффект, то есть вызывает развитие злокачественных новообразований под воздействием внешних факторов. Однако в рекомендованных дозах Е-252 не оказывает вредного воздействия на организм взрослого человека. Продукты, содержащие нитрат калия, не рекомендованы для ежедневного употребления. Пищевая добавка Е-252 является запрещенной для применения в производстве продуктов детского питания. Наиболее распространенный способ получения нитрата калия основан на обменном разложении хлорида калия и нитрата натрия. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Всем пока!